Я вас вітаю в ефірі «Вісті тема дня». Для вас в студії працює Анна Черненко. І сьогодні в нашій студії поруч зі мною пластичний хірург Надія Величко. Сьогодні ми обрали цікаву і пікантну тему. Ми будемо говорити про збільшення грудей. Довкола цього питання дійсно дуже багато жартів і анекдотів. Але, як кажуть психологи, чим більше жартів, тим більше страхів довкола цієї теми і тим більше довкола неї цікавості. Тож, я дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії в ролі експерта. Вітаю вас. Здравствуйте. Пластична хірургія, до якої, власне, відноситься збільшення грудей, це галузь естетичної медицини. Жінка має право бути такою, якою вона хоче. І, власне, запис на таку операцію і виражається ось це твердження в ньому. Розкажіть нам, будь ласка, пані Надія, як минає процедура, нас цікавить все. Від консультації, власне, до результату в дзеркалі. Когда женщина приходит с подобным запросом на консультацию, первое, что выясняет хирург, это ее пожелания. И оценивает ее физиологические данные для того, чтобы мы могли подобрать имплант. Затем следует стадия доклинического обследования, в которое входит клинический анализ крови, биохимический анализ крови на сахар, обязательно УЗИ молочных желез, консультация терапевта и маммолога. Очень важно разъяснить пациенту о возможных рисках и осложнениях данной операции. Несмотря на то, что эта операция выполняется уже очень много лет и является очень распространенной, важно понимать, что, как и любое другое оперативное вмешательство, она несет в себе риски. На консультации также выясняются такие моменты, как доступ, через который будет произведена имплантация. Это может быть доступ из субмаммарной складки, подмышечный доступ, а также супареолярный. Нужно сказать, что наиболее безопасным в данный момент считается доступ из субмаммарной складки. И затем производится выбор импланта. Непосредственно операция выполняется под общим наркозом, и длительность ее составляет 2-2,5 часа. Затем следует послеоперационная реабилитация. Этот период очень важный и требует от пациента скрупулезного выполнения всех рекомендаций врача. Он включает в себя ношение компрессионного белья, а также прохождение физиотерапевтических процедур. Дякую вам, пане Надія. Ми спочатку таке перше питання, перша відповідь, вона була така лаконічна і оглядова, скажімо так. Далі до наступного. Я хочу спитати у вас ще ось про таке. Чи популярні такі операції? Цікавить і Харків, ну і загалом Україна. Це дуже популярна операція. І в останнє час число виповнивших таку операцію неуклонно росте. Одна из самых частых причин обращения к пластическим хирургам – это именно реконструкция или увеличение грудей. Пані Надія, а скажіть, будь ласка, які головні причини, так, чому до вас жінки приходять, що мене цікавить? Тут, окрім власного бажання, можливо, ще є якісь поради від лікаря, так, для жінки щодо цього? Что является прямым показанием к аугментационной мамопластике – это удаление груди в результате онкопатологии. Все остальные причины эстетической неудовлетворенности – это субъективно. Чаще всего пациенты могут быть неудовлетворены формой груди в результате кормления. Это может быть птоз, это может быть провисание, нарушение асимметрии грудей, а также тубулярная грудь – это врожденная патология, когда неправильно формируется изначально молочная железа. Ну и, власне, одна из, напевно, главных причин – это просто бажання змінити форму так грудей, розмір грудей. Це основний побудительний признак. А тепер я, власне, хочу уточнити деталі цієї процедури. Можливо, хтось посміхнеться, як коли почує в ефірі ось мої запитання, але саме над цими питаннями, над цими відповідями найбільше жартують. Я для себе роблю такий висновок, жартують чому? Тому що не знають відповіді, так? А запитати соромляться. Тож, будь ласка, як фахівець, розкажіть нам, будь ласка, до якого максимуму можна збільшити груди з найменшого розміру? Правда, питання анекдотичне, але воно є. Это все зависит от исходных данных. Перед тем, как предложить увеличение груди, хирург обязательно измеряет молочную железу. Ее основание, ширину, высоту, профиль и так далее. Это все зависит от конституции человека и от его желания. Но как бы мы ни хотели увеличить максимально, есть параметры, за которые мы перешагнуть просто не сможем. Дякую.
Ще одне запитання. Чи можна на доторк відрізнити натуральні та прооперовані жіночі принади? Я думаю, це так само питання анекдотичне, але воно у всіх просто на слуху. Ну, звісно, для чоловіка, який розбирається в даному питанні, не составить труда відрізнити імплант від натуральной молочной железы. Однако и в раннем послеоперационном периоде тоже будет наблюдаться уплотнение в данной зоне, она может быть холодная на ощупь, ну и другие признаки могут способствовать тому, что грудь будет выглядеть и на ощупь ощущаться не натурально. Но спустя год имплант принимает природное положение, он опускается. Новые материалы, из которых создаются импланты, они обладают когезивностью, это такая способность врастать в ткани, и он выглядит очень природно и натурально. Дякую. І ще одне запитання, чи можна навпаки зменшити бюст? Є така категорія жінок, яка страждає від занадто великої форми, на думку. Не тільки можна, але й потрібно. І, чесно говоря, частота обращення іменно з запросом уменьшити грудь значительно перевищає запроси їх увеличити. Цікаво дуже. А ось щодо шрамів, так? Тут вже найбільш цікавитиме жінок, так? Чи лишаються шрами від такої операції, або це вже просто така сива давнина, про яку колись говорили? Там, де є нарушення цілісності кожних покровів, обов'язково буде образовуватися рубець. Я вже говорила в початку передачі о доступах, які обговорюються з пацієнтом, і в залежності від доступу рубець може бути либо в субмамарній складці, либо вокруг соска, либо в подмышечной впадине. Существуют методики, которые позволяют минимализировать выраженность рубца. И, как правило, в послеоперационном периоде женщины прибегают либо к лазерной шлифовке, либо к татуажу. То есть существуют другие методы, которые позволяют скрыть этот рубец. Но он будет в любом случае. Зрозуміло. І ось останнє питання з цієї нашої підтеми. Чи потрібно міняти імпланти? Він якось зношується, так? Можливо, змінити потрібно на сучасний? Чи у нього є термін дії? Производители дають пожизненну гарантію на імпланти. Но всі спеціалісти в один голос заявляють о том, що через 10-15 лет імплант желательно поміняти. Очень важно осознавать тот факт, що імплант является народним тілом. И здесь, во-первых, мастерство хирурга, во-вторых, способность организма и непосредственно износостойкость импланта. Если мы говорим о том, что импланту ничего не страшно, он проходит доклинические испытания, которые подтверждают его долговечность, то как отреагирует организм женщины на инородное тело, мы предполагать не можем. Поэтому через 10-15 лет имплант все-таки желательно поменять, потому что исследования показывают, что частота возникновения осложнений через этот період увеличується. Як і вся пластична хірургія, ця наша сьогоднішня тема, вона овіяна міфами, так? І багато з них пов'язано з тим, що просто після операції жінці не можна нічого, треба берегти себе дуже ретельно, так? І життя, власне, жінки, яка наважилася на операцію, змінюється кардинально. Ну, ось такий міф. І ще один міф щодо того, що імплант може розірватися. Розкажіть, будь ласка, чи таке буває? Ну і, власне, як жити з імплантом? Імплант розірватися не може. Опять же, на стадії доклінічних дослідувань імпланти проходять іспитання з зжаттям до 80% від їх ісходного об'єму і способні витримувати нагрузку в 250 кг. В реальной жизни оказать такое воздействие на имплант очень сложно, поэтому с ними можно нырять, летать в самолетах и, в общем-то, жить спокойной жизнью. Конечно же, послеоперационный период нужно себя беречь от излишних физических нагрузок, носить компрессионное белье. Имеет также значение, в какую полость был установлен имплант. Если он устанавливается под железу, то жизнь существенно не меняется. Если же имплант установлен под мышцу, то желательно ограничивать физическую нагрузку на руки. Девушкам, которые активно тренируются,
все-таки нужно будет беречь себя. Пані Надія, я хочу запитати у вас ще про таке, які зараз найбільш популярні імпланти. Так, ми чуємо про різні постійно якісь винахіди, але які зараз перевірені і використовуються в Україні та Харкові? Имплантов сейчас существует великое множество. Основные три типа – это солевые импланты, импланты из силикона, а также новое поколение имплантов на основе когезивного геля. Солевые импланты – это, ну, можно сказать, история, хотя на сегодняшний день они пользуются большой популярностью из-за их дешевизны. Недостатками данных имплантов является то, что они могут разрываться, этот солевой раствор может вытекать в грудную железу. Это не опасно для здоровья, но это неприятно. И могут также наблюдаться такие неприятные сопутствующие моменты, как бульканье, хлюпанье, там, перетекание жидкости. Хотя у них все-таки есть достаточно много сторонников. Следующая категория имплантов – это силиконовые импланты. Как я уже сказала, сейчас их выполняют из когезивного геля. Они устойчивы на разрыв, сохраняют форму, очень природные на ощупь. И в целом вот, на сегодняшний день очень широкое распространение именно эти импланты получают. Что касается формы, существует два вида, это круглые импланты и каплевидные, либо анатомические, их еще так называют. Женщинам, которые имеют большую грудь и растянутую грудь, лучше устанавливать круглые импланты. Женщины с небольшим исходным размером груди, без птоза, красивее смотрятся анатомические импланты. У вас зараз в руках, так, імплант, якого він виду, що це? Это круглый імплант фирмы Allergan с текторированной поверхностью объемом 350 мл. Он бывалый, он побывал во многих руках, его уже тут только как не испытывали, все его хотят как-то деформировать для того, чтобы убедиться, то есть поэтому имеет он такой вот уже бывалый вид. Тобто перевірили просто так руками, чи розривається, чи ні? На него ставили стулья, на него клали книги, на него прыгали взрослые мужчины. Все вытримав. Да, то есть его делали, с ним делали вот так вот. Так, конечно, но естественно, что в условиях уже, когда имплант стоит в груди, вот так его никто не выкрутит. Ну, это, ну, просто чтобы понимать, насколько он устойчив, да. Окремо хочу вас спитати про годування дитини. Так, чи може жінка дозволити собі таку процедуру після втручання, після збільшення грудей? Адже дійсно багато кого це цікавить. Так, звісно, кормлення груддю возможно. Единственное, о чем мы предупреждаем пациента, что может испортиться форма, как и в результате кормления грудью без имплантатов. Кстати, именно этот вопрос является тоже одним из основных на первичной консультации. Обязательно задается вопрос женщине, планирует ли она еще детей и планирует ли она кормление грудью. Зрозуміло. Я ще хочу уточнити, ми трошки торкнулися цього питання, це, власне, пластика грудей після видалення молочної залози. Розкажіть про це детальніше, тим більш часто буває, що видаляють одну залозу, так? Інша лишається. Як підбирається, можливо, форма, щоб однаково ідентично все це було? Это очень важная и немного грустная тема, но женщина, пережив и победив смертельное заболевание, нуждается не только в физической реабилитации, но также и в психологическом комфорте и помощи. Поэтому восстановление груди после мастектомии – очень важный момент. Настраиваться нужно на реконструкцию в несколько этапов. Первым этапом устанавливается экспандер, это устройство, которое призвано расширить и ткани и растянуть кожу, тем самым подготавливая железу к имплантации.
Вторым этапом устанавливается имплант, и уже на третьем заключительном производится пластика сосково-реллярного комплекса. Сейчас онкологи и маммологи с пониманием относятся к данной проблеме и стараются выполнять органосохраняющие операции, не затрагивающие сосково-реллярный комплекс, тем самым облегчая работу пластическим хирургам. Кроме того, они еще предлагают некоторым своим пациентам выполнение одномоментной операции с одномоментным замещением имплантатом. Добре, тобто це скорочує час і зайвого втручання оперативного виключає цей момент. Да, і мінімізує психологічну травму пацієнта. Кроме того, для того, чтобы скорректировать асимметрию, на здоровой железе могут предложить выполнить либо подтяжку, либо также увеличение с помощью имплантата, для того, чтобы грудь имела максимально симметричный и природный вид. І, власне, наостанок я хочу почути від вас, попросити вас зробити таку невеличку пораду нашим глядачкам. І, можливо, цей ефір, він стане для когось перед консультацією. Це як максимум, як мінімум, хоча б змусить зацікавити цим питанням. Стремление хорошо выглядеть и желание соответствовать определенным критериям красоты – это не только движущая сила множества женских решений и поступков, но это основа, на которой выросла целая индустрия красоты с колоссальным денежным оборотом. Но, наверное, важнее всего то, что женщина, получая новую красивую грудь, получает и новые надежды, и уверенность в себе, и решительность. Будут ли реализованы появившиеся планы, воплотятся ли надежды, не зря ли будут потрачены силы и средства. Вот как раз это зависит не от формы грудного импланта и не от того размера, а только от силы воли, от упорства и от веры в победу. И достичь каких-то вершин без уверенности в себе попросту невозможно. А ведь именно уверенность в своих силах, в своих возможностях и в своем будущем возвращают женщинам грудные имплантаты. Кто сказал, что качество жизни не зависит от размера груди? Власне, на цьому наш ефірний час вичерпаний. Я дякую, що ви прийшли до нашої студії, наважилися на цю дійсно гостру і, на мою думку, необхідну тему. Але скільки б ми не говорили про неї, я переконана, питання ще лишилося. Оглядачок, вони їх будуть ставити вже дзвінками до нашої студії, дзвінками до вас. Звертайтеся за вирішенням цих питань, власне, до фахівців, до спеціалістів. І у нас у студії півгодини цій темі збільшення грудей присвятила досвідчена пластична хірург Надія Величко. Дякую вам і сподіваюся, що ми візьмемо ще якусь тему, яка так само підніматиме красу, здоров'я і в тому числі психологічне здоров'я. Дякую. Спасибо большое.